Привет. Итак, фонк. С этого жанра ко мне пришло немало аудитории. И многие не знают, что я к фонку отношусь равнодушно. Как бы это странно ни звучало, но несколько роликов об написании фонка у меня выстрелили. Я увидел много критики в мою сторону, и все люди разные. Кто-то хочет это, а кто-то хочет то. Но я буду делать так, как хочу этого я. Сейчас я напишу фонк бит и поделюсь этим с вами. Let's go. Итак, я начал писать фонк. Все началось с идеи. BPM я выставил 175 ударов в минуту. Первое, что я сделал, это пошел в поиски ковбелло. А на минуточку это главный атрибут фонка. И спустя некоторое время я все-таки написал главный мотив. Потом я написал еще пару мелодий для разнообразия. И вот как это все звучит. И, собственно, пришло время драм-партии. Ну, я взял ваншоты, такие как снэр, бочка, хай-хеты и опен-хеты, и написал партии с ними. Вот как звучит каждая партия отдельно. Снэр. Кик. Хай-хеты. Open хэты. Теперь 808 бас. Он фонки в основном такой жирный. Я прописал бас по нотам мелодии, и вот как звучит партия отдельно. Ребята, я забыл сказать про акапеллу фонки. Почти самое главное, да? В общем-то, я ее взял и обработал, подставил и... Кайф вообще. Акапелла, вставляйте, берите и кайф. Дальше я сделал структуру бита. То есть вначале у нас играет мелодия, потом вступление с элементами драмки, а потом и сам дроп. Конечно, я сделал сведение и мастеринг, но я думаю, не стоит этого показывать. Основное внимание у нас на фонке, поэтому бит в стиле фонк готов. Давайте слушать.